Вешалка для гитары на стену. Получено, отлично, до сих пор держит гитару на стене. 100 пудов. А что с ней будет? Хорошая, кстати, штука, не какая-то слабая, хиленькая. Было у меня подозрение, что она не будет держать надежно. Нет, держит великолепно. Так, вот я заказывал Original THL Test2S. До сих пор он у меня. Уже с 5-м андроидом. В 2014 году, в феврале заказывал. Безумные $285. За 330 тогда можно было серый Nexus купить. Но это был 8-ядерник на тот момент. Прорывной с соневскими 13-мегапиксельными камерами сзади и спереди. Full HD экран. Была убойная штука. Скидку мне с 300 делали, кстати. А, вот я еще заказывал Zopa ZP980+, тоже 8-ядерный, но 1 гигабайт оперативки, оказался очень тормозным аппарат. Да еще и пришел он с браком, я его возвращал. Возвращал, за свой счет оплату делал, блин, это был гемор, но через 2 месяца деньги упали на счет в полном объеме. Слава богу, пронесло тогда. Пленочку заказывал для обклейки под карбон. Так и не воспользовался ни разу. По-моему, пытался ноутбук обклеить или что-то подобное. До сих пор лежит. А вот это вот хомяк, говорящий повторюшка смешным голосом. Отлично. Подарил кому-то. Да не кому-то, сыну на день рождения, по-моему. Короче, здесь в Калининграде он продавалось что-то такое подобное. Мы увидели, полезли на Алиэкспресс и очень дешево за $7 заказали. Раза в 3 дешевле, чем у нас в рознице. Вот еще штука удобная. Гибкий держатель для смартфонов. Заказывал несколько раз себе, потом друзья и вообще в разных местах использовал. И для ночного чтения, чтобы держал смартфон, думал просматривать что-то, когда ложишься. Сейчас использую, камеру держит над столом для обзоров. Была такая тема, да. Заказывал карточки памяти. Очень на тот момент дешево это было, 300 рублей, 350, 360, 64-гигабайтную. И она, естественно, оказывалась фейковой, после чего возврат осуществлялся в полном объеме. И мне оставалась карточка фейковая на 64 гигабайта, из которой методом прошивки утилитами делалось 8 гигабайт. Эти 8 гигабайт пользовался, но, по-моему, она быстро очень сдохла. Зарядка беспроводная, и к ней же модуль для зарядки беспроводной внутрь смартфона. До сих пор он у меня. Пользовался какое-то время, потом понял, что это не очень удобно, и забросил. Подставка подключается к microUSB, на нее кладется смартфон и заряжается в определенном положении, если ровно расположить. Эта штучка вставляется внутрь под крышку смартфона и вот улавливает этот сигнал. Но стоит чуть-чуть криво положить, как зарядка не идет, это не очень удобно. О, сумочка для камеры Fujifilm покупал. Очень хорошая качественная сумка, в идеальном состоянии до сих пор. Но использую я ее для того, чтобы квадрики хранить. Микроскопические квадрокоптеры, вертолеты туда помещаются вместе с батарейками, с пауэрбанком маленьким, кучей запчастей, пропеллеров и так далее. Единственное, что пульты туда не влазят. О, очки желтенькие заказывал для ночных поездок. Анти-такие, как с поляризацией, антибликовые. Классная штука. Да еще и очень дешево, за $5. У меня на канале на них есть обзор. Так, струны для гитары оказались довольно неплохие. Лучше, чем здесь, самые дешевые, намного. Элис А406. Брал я их за $3. И по какому-то, по наводке брал с какого-то сайта. Оказались очень неплохие. Тюнер настройки для гитары. Нафиг я его заказывал, понятия не имею. Без нее на слух проще настроить. Побаловался только. А вот качественный USB кабель. За $2. В принципе, если надо, хорошая штука. С соплеткой шелковой, толстый, качественные разъемы. До сих пор жив, работает. А вот этот вот чемодан, это рюкзак. Рюкзак, который развалился буквально за полсезона. Поездил с ним, брал для велопокатушек, и он тупо развалился. Брал его там по $10, конечно, очень дешево. Ткань показалась, качественная ткань, кстати, была нормально. Все только прошит был коряво, развалился по швам. Еще одни очки, тоже, кстати, по наводке с какого-то сайта обзоров. И оказались они, ну, очень довольно качественными. Ссылочку могу дать на них. На них было написано Porsche Design, Италия, все дела.
Потом брал их еще раз, уже пришли без надписи Porsche и без Италии. И совсем другого качества. Как обычно, китайцы поначалу рассылают качественные версии, потом похуже и вплоть до полного УГ. Крепление для фонарика и фонарик на велосипед заказывал. Обалденная штука, реально очень яркий фонарик. Может быть, не 2000 люмен, но я как-то измерял приборчиком, 1500 показывал. Тоже не уверен я, то, что по этой ссылке сейчас можно купить прям то же самое. Хотя вот полгода назад другу заказывал, не по этой ссылке, находил похожее. И пришел почти такой же фонарик, даже второй версии, по-моему, где-то сравнение делал на него. Он с зумом, что удобно, можно приблизить, и пятно освещения будет очень широкое. Все, что до этого брал яркое пятно по центру небольшое, вокруг очень тускло освещает. Здесь такой проблемы нет, для велосипедных покатушек самое то. Освещение, пятно очень широкое. Ну и держалка нормальная к нему. Так, тут понеслись велосипедные прибамбахи под сумочка, под седло велосипедное. До сих пор езжу, все прекрасно, ничего с ней не случилось, отлично держится. Все молнии в порядке, великолепная, кстати, штука. Сумочка, слинг. Сумка маленькая, туда влезет только смартфон, документы, может быть, фляжка грамм на 200 коньяка. Или, не знаю, попить бутылку туда не влезет. Слинг это... через плечо, через спину наискосок, которая вешается. Бралась она для того, чтобы на велосипеде было удобно достать что-то, не останавливаясь, в частности, электрошокер собачек попугать. Но впоследствии была заменена на больший размер сумку. Это холщовая, кстати, до сих пор в нормальном состоянии. Какое-то время я с ней погонял все-таки. Surprise Price Rappo 3200. Мышка Rappo 3200. 2.4 Optical Mouse. Говнина полная. Даже с расстояния 50 см прямой видимости до USB-порта с приемником периодически происходит зависание мышки. Подергивание, зависание. $5. Cut the Rope из игры компьютерной игрушки. Пришли они побитые почтой России очень сильно. Глаза вот эти белые на них были попорчены на некоторых. Ну, в принципе, до сих пор в игрушках играются с ним дети нормально. Так, вот это вот классная штука на 20 000 РПМ. Электрическая ногтевая дрель. Бралась она для полировки мелких деталей. Как дремель хотел я ее использовать. Там и отрезные кружки на него можно поставить. За менее $8 дремель. Такой маленький микроскопический дремель. С кучей насадок и полировочных, и шлифовочных, и режущих. Классная штука. Мощность очень маленькая, но для пластика и янтаря, например, пойдет отлично. Дополнительную батарейку для смартфона брал. Блин, несколько раз брал, и все вздувались со временем. Это, правда, проработало точно полгода или даже больше, но тоже вздулось. Часы Casio GA100. Вот эти классные часы, копия Casio за $10, за 8 даже. Самая качественная копия из Casio, то, что я видел, без крутилки, полностью электронное управление стрелками, делал на них обзор, на этот обзор сейчас более 90 тысяч просмотров, вообще часы замечательные, честно говоря. Не люблю копии всякие, но эти достойные. Это в виде бутылки зонтик, он до сих пор лежит у меня в машине, в виде бутылки, если нужно выйти, куда-нибудь доехали и дождь ливанул. Компактный зонтик в машине лежит до сих пор в порядке. Excellent Alarm Security. Так, сигнализация на велосипед. Блин, не знаю, не очень она мне понравилась. Сложно программируется, сложно отключается, надо набирать код. Но в принципе, если вы слезли с велосипеда, набрали код, то любое движение с велосипеда приводит к ее писку, очень громко кричащему, около 100 дБ орет, короче. Ну, суть в том, что человек возьмет велосипед и поедет с этой пищащей штукой, никто внимания, честно говоря, не обратит. Или кирпичом шарахнет по ней, в принципе, замолчит она сразу же, я думаю. Вот, а вот велозамок. Абсолютно фейковая штука. Если только минуты на две где-то оставить в не очень популярном месте. В популярных местах у нас люди сходят с бокорезами и режут очень крутые даже замки за секунду и уезжают. Это нужно так местечково где-то на 5 секунд оставить велосипед около маленького гастронома, где не орудуют такие товарищи. Пам-пам. Набор инструментов складной, маленький для велосипеда. Вот с этим проблем нет. Он оказался довольно качественным. Ну-ка посмотрим. Есть сейчас такой, да. 13, правда, долларов. Набор отверток.
шлицев всяких. У нас, в принципе, тоже это продается, но на момент покупки, когда доллар был еще 32 рубля, вот видите, я его брал за 4,6 доллара. Сейчас мы в него ткнули и попали на цену в 13. Вот за 4 еще был смысл брать, сейчас не знаю, может быть, действительно дешевле здесь взять. Сигнализация. Вот сигналки были офигенные. Одна из них с пультом, можно использовать где угодно, как угодно, реагирует на вибрацию, на касание, даже на приближение объектов. Нажали кнопочку, встал на сигнализацию, нажали красную кнопку, сняли с сигнализации. Цена 6 долларов, внутри крона, орет оглушительно. Ну, естественно, ее можно довольно быстро выключить, банально изъяв из нее батарейку. Но если положить ее, например, в бардачок велосипеда, в какое-то незаметное место, я не знаю, ну куда-нибудь положить, то орать будет, пока не найдут. Не знаю, возможно, как-то применить можно. Перчатки для велосипедных покатушек тоже до сих пор живы, работают, не порвались, не расползлись. Отличные. Кстати, можно и для фитнеса их взять. Батарейки для Никона. Батарейка для Никона фотоаппарата P330. У меня есть фотоаппарат. Очень крутой, все дела. Но батарейку к нему заказал. Вот поработала на циклов, наверное, 20 и сдохла. Просто перестала заряжаться. Сначала стала заряд держать на 10 снимков, а потом окончательно сдохла. Одна из самых лучших моих покупок – это тактическая сумка. Большой вариант, через плечо. Делал я на нее обзор, покажу. 21 доллар она стоила, и она этих денег полностью оправдывает и стоит. Размер позволяет в ней хранить iPad mini 8-дюймовый без проблем. Большой туда с большой натяжкой тоже, возможно, влезет. Вот, правда, Sony Tablet Z2 не влазит туда, к сожалению, только сзади и торчит. В остальном сумочка великолепная, шикарная, материал офигенный, по-военному так сшито, плотно. Самый дешевый смартфон, который на тот момент можно было купить, Ficom C230V. На четырехъядерном Qualcomm, опять же четырехъядерный с убогим экраном, 500 оперативки, но стоил он тогда что-то вроде 1500 рублей. Купил, сделал обзор, продал, не жалею. Маленький, кстати, 4 дюйма. Тот, кому продал, звонил через несколько дней, что разбил его, экран найти не смогли. В этом траблы дешевых китайских смартфонов, даже таких качественных. А Ficom это хорошая компания, до сих пор они там продают смартфоны. Вот, наушники KZGR. Наушники, кстати, оказались очень даже неплохие. 9 долларов, металлический корпус. Есть два варианта вот этих переходничков. Красный и черный, которые изменяют звучание. Они имеют разный диаметр. Звук очень интересный, басистый. Ну так, для 10-долларовых наушников я считаю звук отличный. На все 20 баксов, скажем так. Крепление смартфонов в виде крокодильчика на стекло. На стекло в автомобиль. Да, я использую смартфон как навигатор очень часто. И вот для этого использую такое крепление. И оно себя полностью, кстати, оправдывает. 5,5 дюймов сюда, кстати, отлично тоже подходит и держится. И держится довольно надежно. Присоска не подводила. Кстати, ну тоже одно из самых удачных. Я заказывал уже еще. Боюсь, что сломается рано или поздно. Поэтому у меня таких запасная даже есть. Еще один заказывал. Гибкий шланг для держания камер. Крокодил на гибкой ноге в районе метра длиной. Так как камера тяжелая стала, у меня теперь две такие штуки у меня держат ее. Чехлы. Чехлы вот такие с волной. Очень рекомендую под любой смартфон. Качество у них всегда на высоте. И бортик есть вокруг стекла. И защищает со всех сторон. Блин, это классная штука. Лампочки. Еще была акция. Закупил кучу лампочек. Две. А, были купоны. То есть обошлись они мне полностью. Вот 1 доллар за 2, 1. За 5 лампочек 1 доллар. Вообще халява. Одна из них, правда, уже сгорела. Остальные пока работают прекрасно. Герои Marvel фигурки. Кстати, что-то давно я их у сына не видел. За 10 долларов, там штук 8, наверное. А ребенок был счастлив. За 5 долларов их покупали. Так, Xiaomi Mi Band. Отличная покупка. За 2 доллара был куплен. За 2 доллара куплен Mi Band. Халява, халявная. Дело в том, что были купоны, которые можно было поменять на товар практически даром. Его я потерял на тренировке через
4 месяца использования и купил в следующий раз по акции уже за $6. Правда, на другом сайте. Штука классная. Оригинальный фитнес-браслет, который заряжать надо раз в 30-40 дней, который показывает активность, фазы сна, будильник, активность смартфона вашего, вибрации вам покажет и так далее. Ремешки отличные. Копии Zucola французской компании. Резиновый ремешок, прекрасный по качеству. Если кому-то надо будет, спрашивайте, подскажу, где найти. И металлический такой же. Цена смешная. $5. В России такого качества ремень стоит более 1000 рублей. Я торговал когда-то, знаю, что говорю. Микрофон сертифицированный, на который, кстати, сейчас и наговариваю этот текст. Это DG001 микрофон портативный. Вот такой. Советовали его некоторые блогеры, почему и куплен. Но дальше уже современные посылки начались. Ну вот к удачным покупкам можно отнести еще и 4-ядерный Xeon, который в любую материнскую плату 775 сокета подходит и полностью нормально работает, кстати. За 1880 он тогда продавался. Был у меня по работе компьютер 2-ядерный, слабенький, куда оказалось можно поставить этот Xeon. И стал он работать на уровне i3 позапрошлого поколения, не хуже. Делал тесты на альтернативном канале Андрон Николайдер. У меня есть канал по компам, по всякому, что не попадает в тематику этого канала. Там я его выкладывал, тесты. Часы с Кимей. Итак, это были покупочки с 2012 по 2016 год, сделанные на Алиэкспрессе. Что-то неинтересное я, конечно, подобрезал. А так, в основном, что примечательно, плохое или хорошее, эмоции вызвало, показал вам. Также я покупал еще на Banggood, на TinyDaily, на Gearbest, на еще нескольких, на eBay, конечно же. Расскажу вам подробно в отдельном ролике, где будут только удачные, самые удачные, там, скажем, топ-20 сделаем, и топ-10 самых неудачных, бесполезных, скажем, покупок на китайских сайтах. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылочки, естественно, в описании к видео на все товары вы можете найти. Если что-то непонятно, спрашивайте, конечно, всем буду рад ответить.